Всем привет! Сейчас я вам расскажу прикольные классные анекдоты. Я надеюсь, вам понравится. Всем отличного просмотра! В больнице работает невропатолог с фамилией Дураков. Приходит бабулька в больницу и спрашивает: «Доченька, посмотри, пожалуйста, как невропатолог принимает!» Она смотрит и говорит: «Бабуль, Дураков принимай в среду!» Бабулька: «А умных когда?» На перекрестке стоит бабулька, а рядом парень. Бабулька: «Сынок, посмотри, там не зеленый горит!» Он: «Зеленый, бабуль, зеленый!» Она: «Переведи, пожалуйста!» Он: «Да грин, по-моему, грин!» За столом обедает семья. Вдруг у хозяина падает вилка, но он успевает поймать ее и говорит: «Господи, хоть бы никакая женщина к нам не приходила!» Через некоторое время раздается звонок в дверь. Хозяин открывает, смотрит, а там сосед стоит и говорит: «Петрович, твоя теща только что в лифте застряла!» Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока!